На льду Челябинского дворца спорта открылся очередной сезон первенства Советского Союза по хоккею. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата «Челябинский трактор» встретился с дебютантом высшей лиги свердловским автомобилистом. Опытные челябинцы сразу обрушили на ворота свердловчан шквал атак и к концу первого периода вели со счетом 2-0. Однако дебютанты быстро справились с волнением, стойко защищались во втором периоде, а в третьем забросили ворота челябинцев две шайбы. В итоге боевая ничья. Автомобилист взял удачный старт. Уральские болельщики желают ему закрепиться в высшей лиге.